Welcome! Всех приветствую. Это Андрей Доцент, и это Resident Evil 4. Мы продолжаем. И тут я такой на записку наткнулся, пока тут играл. Нам, в общем, предлагает на выбор две дороги. Пойдем налево, встретим Ганада. Пойдем направо, встретим Эль Гиганте. Иного пути нету. В любом случае, так или иначе, нам придется воевать. Ну что выбираем? Я вижу это как легкий путь и трудный путь. Легкий, трудный. Какой? А знаете, что я вам скажу? Мы не ищем легких путей. Вообще. Так что... Извините, если что не так... Так, где же ТМП, что ли, взять? Давайте-ка возьмем, лишний не будет. Тем более у нас патроны есть. Так, ну-с, что я скажу? Пойдемте на поиски приключений. Только одно но. У нас появилась девка визжащая. И это еще та проблема, я так понял, будет. Вот он. Ёшкин кот. Чё? Уходи оттуда, девочка, уходи! Господи, ему... Уйди, девка! Уйди, дурак! Чё, всё? Ох, no. Блин, вот эта тварь. Как же нам заставить эту соску идти с нами? Я ящик. Ой-о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 й
Девку схватил! Где наша тяжелая артиллерия? Так. Давай. Взбираемся. Давай, режем. Бежим. Беги, золотце, беги. Стреляй! Есть! Ой, зря подошли. Давай, высвобождайся! И нам надо срочно вылечиться. Лечись! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Все ясно. Пиздюк, а! Я же... Блин, а! Вот падла. Так, надо действовать тактически. Давайте-ка мы сначала отстреляем те цепи. Чтобы в случае чего... Можно было дать дёру. Так, вон этот самый... Валун. Золотце, давай беги ко мне скорее. Так. Ему хорошо. Давай бежим. Беги, дорогая, беги, ради бога. Ой, господи. Так.
Еще лучше. Давай, 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 беги, 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 блядь. А чё, повоюем? Повоюем. Давай, 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 бежим, бежим, солнышко, от него, беги, беги. Беги, он пока нас не прибил. Давай, 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 давай. Беги. Беги, 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 блядь. Так, будем использовать этот наш агрегат. Будем отстреливаться с помощью этого. Ну чё, я предлагаю тогда... Отлично. Отлично, давай взбираемся. И начинаем, давай. Давай, блядь, быстрее. Твою налево. Девочка, беги, 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 за мной давай. Солнышко, так, отлично. Значит, будем так стрелять в тебя, падла. Старый ключ. Я старый ключ какой-то подобрал. Да вы чё, серьёзно, гоните, что ли? Ладно. Так, у нас зажимает в угол, я вижу. Давай. Кого схватили? Меня схватили. А, падла, сука. Давай. Так, отлично. Давай, давай. Ух ты, падла. Бляха-муха. Так, используем дробовик. Используем. Так, отлично. И давай взбираемся. Давай, 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 режь, режь, режь. Давай, 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 давай. Есть? Убил? Убил? Увернулись. Фу. Фу. Это было круто, ребята, мы его уделали. А знаете почему? Потому что я хочу забрать сокровище. Девочка немного пострадала. Ну и ладно, в принципе говоря, черт с ней. Так, да, джентльмен ты ли он? Что я тебе скажу? Давай-ка этой шибанем. Один фиг у нас. Нет, автомат свое дело сделал. Автомат свое дело сделал. Фиолетовый камень в нашем диапазоне. Фу, диапазоне. В дипломате. Патроны. Берем патроны. Так. И нам надо бы на... вылечиться. Использовать на ком? Давайте это на нас используем. А это солнышко мы... Нет. Это мы не будем на тебе использовать. Больно жирно будет. Так что побегаешь так. От тебя все равно толку немного. Так что будем как-нибудь так воевать. Тем более один фиг, воюю я. Аэрогиганта мы завалили. Использовать ключ, да. А вот и старый ключ, куда использовали мы, оказывается. Понятно все. Так, где мы? Что у нас на карте? Так, у нас на карте вот что, вот что. И вот что. Так, о, патроны. Это хорошо. Патроны, это хорошо, ребят. Это очень даже хорошо. Угу, вижу там этот наш мерцай. Давайте-ка тут где-то сейф есть. Надо по такому поводу сохраниться. Так, я вот нашел сейф. А это что у нас? Последняя защита деревни, т.д. т.б. т.п. Патроны еще одни какие-то винтовочные. На кой черт они мне сдались тут? Сохранить. Так, сохраняем. Так, и я вот думаю, вернуться ли мне и пройти тем маршрутом? Потому что, ну тут-то мы прошли, ладно. Давайте-ка сначала к наемнику, к этому, к торговцу забежим, посмотрим, что у тебя из товаров появился. Я тоже рад тебя видеть, мой хороший. Так, что у него? Как всегда.
Ничего. Элегантная маска. Так, это, по-моему, от элегантной маски, да? Давайте-ка посмотрим, как у нас будет соотношение цена. Зависит. Так, так они по отдельности стоят, допустим, 13. Так, 13. Запомнили, да? Запомнили. Так, ого. О! Так они 13 стоят, да? Стоит 13. Фу. Так, где у нас, где у нас, где у нас, где у нас это самое? Объединяем, ага. Давай-ка. А теперь какая цена у них? 15, ребят, видите? Плюс 2 косаря. Ну чё? Девушка, давай-ка попробуем тем путем пройдем. Только надеюсь, мы не встретим на своем пути какого-нибудь очередного гиганта. А то тут у них есть привычка возрождаться. Так. Конечно, на этим можно набить очки, деньги, т.д. и т.п. Если умело стрелять, но лучше от этого никому не станет. Так. Так, есть мы, значит, тут. А теперь давай. Ворота слева. Угу. Все дело в том, что там тоже лежит бонус. Я так полагаю, там третий глаз. Третий глаз. Ну и сохранимся перед походом в третьи ворота. Так. Разворачиваемся. Разворачиваемся. Где выход? А, вот выход. Так, ну чё. Пойдем к третьим воротам. Тут тобой, девочка, рисковать уже, я думаю, смысла нету. Так, то, что у нас тут? Ганада. Как и говорили. Ганада в ошалевших количествах. Ой, как долбануло-то. Аж траву красную дали. Обалдеть. Вот только... А, нет, есть чем объединить. Объединить есть чем, это хорошо. Это очень хорошо. Это очень хорошо. Так, погодите-ка. Давайте-ка для удобства так расставим, чтобы мне было легче и быстрее все это доставать. Хотя, я понимаю, что игра на паузе, да, когда в меню залазишь, но тем не менее. Так, ищем гостей. Ага, загорелся. Вот Маузер тащит, я вам скажу. Одно попадание в башку и все, считай, загнулся. Ну, два. Ладно, три. Ладно, три. Так, что у нас тут? Еще трава зеленая. Так, девочка, лечим тебя. Эшли, вылечили мы. Есть, завалили. А где сокровища, кстати? Сокровища-то где-то позади меня. Эй. Где же оно? Слева от меня где-то. А где? Ты откуда взялась? Снизу, что ли, под этим валяется? А, там надо как-то пройти. Пройти как-то я не знаю. Господи. Ах, поднимаемся и залазим. Ладно, пойдем искать другой тогда путь. Раз у нас тут все закрыто. Что-то здесь спрятаться. О, спрятаться можно. Ой. Так. Есть. Минус. А Эшли у нас спряталась. Это хорошо. А раз она спряталась,
тут делать? Куда ты увернулся? Думаешь, я что, не попаду, что ли? Еле очень легко могу попасть. Судя по тому, что... Да, так и знал. На, отстрелил одним выстрелом. Всем на свете. Ух ты какая, а! Да что от тебя? Смотри, с ножом бегает, зараза. Есть. Значит, мы ее. Давай. Еще трава зеленая. Хорошо. Хорошо. Давай, вылезай. Свистнул, как собака. Сейчас на четвереньках такая понесется. Навстречу своей судьбе. Так, что у нас тут? Надо спрыгнуть. Да? Я правильно сделал? Нет? Надеюсь, что правильно. Так, боюсь, золото тебе сюда не надо. Тебе сюда не надо. Нет, надо ее поймать все равно, а? Зараза. Ладно, сбираемся. Что-то не такой уж и трудный этот второй путь, я вам скажу. Я почему-то думал, что нас тут реально будет просто. Так, а куда тогда? Сюда, что ли? Давайте. Ой! Ой! Вот, а вот это не есть хорошо. Ой, мамоньки. Я понял, тут надо только этим использовать, естественно. Девочку схватили! Тырят ее, тырят! Господи, ныкайся, золотая, ныкайся! Ныкайся, тебе говорю! Меня что-то кинули. Так. Горят. Отлично, хорошо горят. Ой. Вот ты зараза. Перезаряжаем, перезаряжаем, перезаряжаем. Так. Так, ну мы вам просто встать не дадим. Тебе уж точно. Так, еще рубин взяли. Зашибись, но судя по звукам, кто-то остался. Я прав? Да? Кто-то в живых остался. Вылезай! Такая вылезла. Эшли из ларца. Думаю. Одинаковых с лица. Так. Все, никого нету. Хотя, постойте. Нет, нету. Да кто ж меня преследует-то постоянно, а? Кого я так... А-а-а, вот ты где, засранец. Есть. Сейчас вылезет еще одна какая-нибудь херь. А теперь доделаем дело нашим любимым Маузером. Все. Финита. Так, спрыгиваем. Давай, 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 давай. Нет, ты же не можешь сама по лестнице спуститься. Тебя обязательно надо ловить. Ой, господи, откуда же вы такие только беретесь? Так. А где сокровище? А сокровище у нас где-то тут. Да?
Открывай с ноги дверь. Мы в верном направлении идем? Да, я думаю, в верном. О, хата. Наверняка что-нибудь есть интересное. Давайте-ка зайдем. Посмотрим. Может, что-нибудь лут найдем? Нет? Нифига. О, а там что, шахты еще есть? Предлагайте спуститься и посмотреть, или это погреб обычный? Да не буду я тебя подбирать. Там стой, жди. Это какое-то место, где, в общем, походу, пытали, да, ребят? Where are you going, Leon? Господи. Ни на секунду вот нельзя оставить тебя. Как она выводит, а? Гранату бери. Все, поднимаемся, давай. Хоть это она умеет сама делать самостоятельно. Так, отлично. Да. Господи, что-то вас больно много, ребят. Перезаряжайся быстрей. Понял. Ой. Куда идешь? Господи, они как в матрице бегут все. Где там мой этот? Сейчас будет круто. Раздача пошла. Давай. Так. Стреляй. Во всех. Так. Давай, 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 перезаряжай быстрее. Господи, они сдохнут или нет? Уйди! Уйди, 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 убьют же! Вот это фейл вообще! Вот это фейл! Мама мия! Сука, бляха, му, какие же вы ебучие создания-то, а, живучие? Ох, пиздец. А, нет, нормально, все. Господи, я подумал заново, прикиньте, всю вот эту ебатню начинать. Я бы точно охерел бы. Ой, фу, у меня же как-то немного настроение-то поупало. Так. Сейчас опять. Where are you going, Leon? Ствол бы взяла бы. Поймал ее все-таки. Отошел бы хоть разок ради приличия. Может, у нее мозги бы на место встали. Значит, ребята не хотят. По-хорошему придется по-плохому. Методично отстреливаем в голову. Методично отстреливаем в голову. Берем. Отстреливаем. Давай, 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 хватай ствол. А знаете чё? Че мозги ебу? Аллилуйя! Ой, как же кучно-то вы, ребята, полетели, однако, ся. Прямо так все синхронно аж. Знаете, и не сдохла тварь, а? Даже не думает подыхать, а, зараза. Давай! И понеслась. Есть. Всех поперебили. Отлично. Нет, все-таки автомат, я чувствую, не зря 10 косарей за него отдал. А то патроны без дела валяются, их у меня до задницы.
Так, теперь мы все сделали более-менее по науке. И вопрос на миллион. Как же мне попасть сюда? Сюда. И забрать этот лут. Однозначно где-то тут. Где-то это тут можно. Наверняка. Может, где-нибудь тут слева есть проход? Точно. Все верно. Верно направление иду, однакось. Отлично. Красный камень в вашем дипломате. Господи, какой диапазон? Чё мне диапазон все время в голову летит? Красный камень в вашем диапазоне. Хорошо. Ну чё, Эшли? Давай. Тебя, конечно, можно было в ящик тут сказать спрятаться. И оставил бы я тебя с концами. И всем было бы легче. Ну... Видите ли, президентская дочка. И все-таки у меня тут вот сама идея. Куда-то в деревню ради президентской дочки отправили бывшего полицейского. Так, есть. Есть. Ага, вот и он, отлично. Так, ну пойдемте-ка. Пойдемте-ка мы... Объединим наше сокровище и пенем. В конце концов. Так, итого у нас что получается? Объединить. Маска. Полностью вставленная маска с тремя камнями. Красиво. Знаете, просто реально красиво. Давай, показывай, чё. А чё у тебя глаза красные? Чувак, чё, сам заражённый, что ли? Он чё, походу, тоже заражён? Ай-яй-яй-яй. Но он, тем не менее, заражён. Не заражён, а это самое. Так, итого, чё у нас получалось? Так бы у нас камни отдельно по 3000 бы были бы. Вместо них мы, грубо говоря, 5 косарей накидываем. Итого, мне это накинули себе чисто из-за того, что ставили камни. С каждого по 2000 прибавка. 6000. Вот видите, ребят, лучше подождать и пинуть подороже. I'll buy it at a high price. Видите, как он сказал? Он аж... Thank you. Come back anytime. Так, что такое? Что-то у него есть? А если я его замочу? Нет, у него реально глаза красные, ребят. Он зараженный. Все равно занимается своим делом. Какой-то у него, видимо, хитрый паразит сидит там такой, продуманный. Который знает, что надо делать. Так. Ну, далеко не идиот. Так, давай-ка. Открывай, отлично. Так, и что у нас там? Так, что-нибудь тут может есть? Нет, нет, нет. Так, трава. Ну, у нас, в принципе, с этим проблем нету. Надо только перезарядить все. Перезарядили. Перезарядили. Хорошо. Так, дверь. Закрыт. Наверное, это единственная дорога из деревни. Этот прибор похож на сканер сетчатки глаза. Открыть закрыто. Ага, да-да-да, все понял. Так, тут что, трава, что ли? Нет? Нет, мне показалось. Мне показалось. О! Сколько у нас всего-то там впереди сокровищ ждут. Обалдеть. Просто уйма их там у нас. Мы реально наваримся, ребят. На этом деле можно реально навариться. Так. Чё у нас тут? О. Давай. Ага. Писеты. Писеты идут. Это хорошо. Писеты есть. Это хорошо. Так. Что ж там? Зайти. Ну, зашли. Так. Ну, нормально все у нас. Отлично. Так. Чё? О! Стоит! Нет, дробовик не будем брать. Будем метким выстрелом из пистолета. Ага, полетел, дорогой. Полетел.
Отлично, как же вы хорошо летите-то, господа. Просто... просто прелесть, как летите. Так. Ну? А, еще едут. Ладно. Так, отстрелили, ребят. Вижу, еще один там зашел. Все, всех замочили, да? Видимо, всех. Хорошо. Ой, патронов-то сколько, ребят? Это хорошо, что у нас патронов столько. Я даже, честно говоря, не припомню в старых версиях. Но я не умел тогда в эту игру играть. Я думал, что это типичный шутер. И раздавал, естественно, направо, налево патроны. Садил куда ни попадя. Именно как в контре. А потом, когда в нужный момент их не оказалось, вот это было реально полный П. Так. Что у нас тут? Проверить. Кажется, это панель управления. Лучше ничего не трогать. Наконец-то хоть какая-то умная мысль у тебя. Действительно, лучше ничего не трогай. Граната. Граната, патроны. Хорошо. Так, патроны мы взяли. Так, и что у нас тут есть? Открывай эту дверь. Так. Куда идти? Можно как-то сюда. Только я, честно говоря, не догоню как. Но там нас ждет очень хороший товарищ. Просто очень хороший. Так, вот, торговец. Отлично, сохранимся. И сделаем здесь перерыв. Так, все, отлично записалось. Все, ребят, всем спасибо за внимание. С вами был Андрей Доцент. Подписывайтесь, ставьте лайки. Это Resident Evil 4 HD издание. Смотрите и не пожалеете. Всем пока.